Привет всем любителям ловить покемонов! Совсем недавно на нашем канале вышло новое видео, в котором я вам рассказывал, как установить Pokemon Go на свой компьютер и играть при помощи двух самых популярных эмуляторов. Сразу же после этого видео, примерно через пару дней, вот такой вот комментарий был оставлен. Сначала я подумал, что у пользователя просто не получилось запустить игру при помощи эмуляторов, но потом я скачал самую свежую версию игры, которая вышла, это 0.37, и пытался запустить ее. У меня ничего не получилось. Почему так вышло? Дело в том, что у новой версии Pokemon Go, начиная с 0.37, сейчас актуальная версия 0.37.1, появилась новая система. Что она делает? Она проверяет, если у вас есть на телефоне, там, смартфоне, на чем угодно, рут-права, при помощи чего вы запускаете Pokemon Go, то, соответственно, у вас не получится поиграть. Также все какие-то такие вот мутные непонятные операционные системы, различные установленные там андроиды каких-то непонятных переделанных версий также не смогут запустить Pokemon Go. Что, в принципе, можно с этим сделать? На данный момент ничего. То есть для компьютера, для эмуляторов, которые у вас установлены, вы ничего не сможете сделать, чтобы запустить 0.37 версию Pokemon Go. Но вместе с тем вы можете использовать старые предыдущие версии. Например, самая актуальная из этих версий – это 0.35. Более подробная информация, а также ссылка на скачивание этой версии Pokemon Go будет в статье, адрес которой я укажу под этим видео в описании. А на этом у меня все. Надеюсь, это видео стало для вас полезным. Если так, то обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пиши в комментарии свои вопросы, поскольку следующее видео может стать ответом на один из них. С вами был канал Шара Геймс, меня зовут Дмитрий, и до новых встреч. Ловите самых крутых и самых редких покемонов в игре. Пока.